Дорогие друзья, вот сейчас вы посмотрели вот эту модель, выкройку которой я вам сейчас дам. Эта модель состоит, сейчас я сниму с головы и покажу все поближе, из двух деталей. Шов соединительный по верхней стороне капора, по нижней стороне капора. Идет цельновывязанный отворот резинкой. Можно связать гладкое полотно. То есть вот эту модельку я вам сейчас выкройку и покажу. Небольшой провис спереди, обратите внимание. Данная модель связана платингом, сверху ангорка, а снизу у меня вискоска тонкая, 1000 метров на 100 грамм. Сверху ангорка 700 метров на 100 грамм, одна нить. Здесь 60% ангоры. Вторая модель идентичная этой, но она у нас немножко устаревшая, но как вариант ее можно вязать по этой же выкройке, по новой. У новой выкройки меньше вот здесь провис, да, обратите внимание. То есть на старой, это давнишняя модель у нас в советские времена применялась. То есть это выкройка анатомической формы, но провис был больше. А со временем люди стали просить делать провис поменьше вот здесь, чтобы было теплее. И объемы уходили, поэтому вот сейчас мы используем вот такую выкройку. А вот другая моделька связана, отворот просто, цельновязанный отворот. Эта модель связана репсом. Можно репсом, естественно, будет потолще. Можно связать ее куликой. 4 нити карная пряжа, 1500 метров на 100 грамм. Сюда можно, допустим, на отворот пришить опушку, если это у вас будет такой более теплый вариант. И сделать по той же выкройке, которую сейчас дам, то есть провис у вас будет поменьше. И обратите внимание на обработку. Да? То есть у нас одна и вторая, две детали, левая и правая. Если здесь у нас все вывязано снизу и сверху, я вам сейчас поближе покажу. И соединение идет у меня на кетеле, можно на машине собрать швами наверх. То вот здесь соединение идет через беечки кулирные. Беечки узенькие, связаны высотой 1,5 сантиметра на однофантурной машине, то есть на одной фантуре кулиркой, с двух сторон две беечки. Между ними вставлено полотно, и это все откетлевано на кетеле. Это все можно сделать на ручками прикетлевать. Шов идет сверху. А шов идет снизу, я сейчас покажу. Идет кулирка в круговую на двух фантурах по краю, по переду, по лицу и по низу нашего капора. То есть сейчас все это покажу. То есть то место, где у нас ложится капор на шею. То есть несколько вариантов вязания есть данного капора. Итак, вот я сняла капор с манекена. Значит, что мы имеем? У нас вот такая выкройка. Фотографию выкройки можно посмотреть у меня на странице в Инстаграм, в моем профиле Альпака Омск. Я сейчас покажу ник этот, чтобы запомнили. Можно подписаться на Ютубе, на главной странице, на заставке есть кнопочка подписаться в Инстаграм. Там есть отдельный пост, называется «Схема капора». Вот такая картинка там приложена. То есть она идентична, просто она рабочая. Я вам решила вот показать без циферок внешний вид, чтобы вы поняли смысл капора. Итак, вот такая у нас будет выкройка. Две детали вяжутся в зеркальном отражении. То есть вы можете связать кулирной гладью, можете связать репсом. Можете отворот сделать резиной, можете отворот делать чуть шире. Можете сделать отворот цельновязанный из гладкого полотна, можете на отворот пришить опушку. Ну или еще что-то можете отдельно связать широкую косу и прикетлевать ее на отворот. То есть здесь отделка может быть на ваше усмотрение. То есть в принципе здесь ничего сложного. Можно вязать два варианта. То есть если вы вяжете цельновыкроенный капор, вот как я, то вязать вы начинаете с резинки по выкройке. Вы вяжете прямо часть резинки, потом идет прямо слева и справа какая-то часть по выкройке идет прямо. Потом идут у нас наклонные линии. С одной стороны прибавки петель, а с другой стороны убавки петель. Здесь мы подключаем частичку, либо перебрасывание соседних петель и выводим вот такую линию по конструкции. Это то, что касается вывязанных деталей. То есть у нас ничего не обрабатывается, чистые края. И мы их просто два шва делаем на машине или на кетеле, делаем отворот, хотите пошире отворот, хотите отворот, сделайте резинка снаружи и часть резинки внутри, потом переходите на гладкое полотно. Это то, что касается цельно вязанного капора, без соединительных швов, без закрытия соединительных швов, потому что они у нас вывязаны. Значит, есть второй вариант, он как бы упрощенный. Можно связать два квадрата.
вяжем тот же капор, но он будет вырезаться. Он будет вырезаться из этих квадратов. Квадраты вяжутся максимально вот на вот эту ширину и высоту и ширину капора. То есть, если смотреть на выкройку, сейчас выкройку поближе покажу, то есть максимальные стороны квадрата 41 сантиметр на 46. Вы можете вязать также, начиная с резинкой, вот в этом направлении, видите, стрелочка стоит. Вы можете вязать в этом направлении перпендикулярно, и потом просто можете прикитлевать какую-то косу, допустим, или широкую резинку. То есть вот эту часть можно прикитлевать отдельно. Тогда вы вяжете перпендикулярно, без учета отворота. Если вы вяжете сразу с резиной, то можно вот здесь вязать цельновязанную резину, но потом подкраивается по лекалу. Вот эти линии подрезаются прям по лекалу. И обрабатывается бейками, я вам уже показывала, чулочные бейки они называются. Кулирная гладь на одной фантуре. Планочка небольшой высотой, 1,5-2 сантиметра с одной стороны и с другой стороны. На кителе очень удобно одевать сразу нижнюю планочку в одну сторону, потом полотно, потом сверху верхнюю планочку в одну сторону, потом переворачивать и вторую часть также. Ну или вручную, если у вас нет кителя, конечно. Также обрабатывается вход головы в капор. Вот эта часть кладется на шею. И также обрабатывается, если у вас не резинка, также обрабатывается, допустим, вы решили гладким полотном отворот сделать, обрабатывается беечка в круговую, связана кулирка на двух фантурах. Также вот запошиваются соединительные швы сверху и снизу. И другая используется у вас обработочка. Это если вы захотели связать два прямоугольника, вырезать по выкройке и соединить бейками сверху снизу и окантовать вход в капор и край капора, который идет к лицу. Так, это то, что касается, значит, выкроек. Опять-таки на канале YouTube есть кнопочка моего инстаграма. На главной странице вы можете подписаться, там есть пост как раз, где схема капора, там есть и короткие видео, вот этот принцип вырезания, отрезания деталей по выкройке и построение, точнее не построение, соединение вот с этими планками. То есть я там кратенько показываю всю последовательность сборки. Еще такой момент, если вы будете вязать две детали, начинать с резины, то вы должны учесть тот момент, когда вы соедините резину, и на отвороте соединение у вас должно произойти по изнаночной дорожке. Хотя у вас лицо будет на другой стороне, нежели лицо на резине, та, которая отвернута, да, на резинке, на отвороте. То есть при раскладке игл это, пожалуйста, учтите, чтобы вот здесь был очень красивый шов, чтобы он не бросался в глаза, потому что это как раз верх лица на лбу, и это будет очень хорошо смотреться и будет хорошо видно. Нужно здесь постараться аккуратно соединительный шов сделать очень красиво. Ну и снизу то же самое, должен быть соединительный шов в дорожку, чтобы у вас изнутри маленькие были шовчики, а сверху соединительный шов заканчивался вертикальными рядами. Так, сейчас еще хочу немножечко обратить ваше внимание на выкройку вот этого капора. Вот эта выкройка, я вот сейчас ее вот так оставляю на несколько минут, чтобы вы могли сделать для удобства либо скриншот на телефоне, либо чтобы у вас была возможность остановить компьютер, ставить на паузу, и вы могли рассмотреть вот эти клеточки наклонной линии, чтобы правильно перерисовать себе на миллиметровую линию, на миллиметровую бумагу. Здесь часть идет 13 сантиметров по прямой, с верхнего шва идет прямо 19 сантиметров по прямой, а дальше идет наклонная линия. Постарайтесь просто повторить наклон по клеточкам, и снизу вход капора, вход в капор головы 24 сантиметра. Сам отворот у нас 31 сантиметр, то есть две детали мы вяжем в зеркальном отражении обязательно. Отворот у меня сам 6 сантиметров шириной, он откладывается, одевается, отворачивается на лицевую сторону капора, поэтому лицо у резинки будет снизу, а лицо у капора будет сверху. То есть это учитывайте при расположении, при разбивке дорожек на машине, когда будете делать раскладку.
Так, еще раз повторю, что у меня есть в Инстаграме, Инстаграм Альпака Омск, кнопка подписаться на Ютубе у меня на главной странице на моем канале. Там есть выкройка, прям сфотографирована, пост называется «Схема капора». Там есть выкройка, если удобнее там, и там есть пошаговое короткое видео при обработке двух деталей, вывязанных из квадратов и вырезанных по выкройке. Вот эти швы там обрабатываются бейками кулирными. Там я кратенько рассказываю последовательность, объясняю, как это все прикитлевывается и как соединяются все шовчики. Так, ну, в общем-то, и все. Наступает осень. Время пришло носить головные уборы, поэтому я думаю, что эта выкройка вам, конечно же, пригодится. Так, напомню, что вязать можно с этой стороны. И вязать, если вы делаете вывязанные края, и вязать, если вы будете делать вырезанные детали, вы вязать можете как снизу вверх, так и справа налево. То есть два варианта, как вам удобно. Здесь не принципиально.